Курские рекорды золотой осени. Делегация нашего региона вернулась с агропромышленной выставки, которая проходила в Москве с рекордным количеством наград. Как и в предыдущие годы, экспозиция с продукцией курских предприятий вызвала интерес у организаторов и гостей выставки. Молочка, кондитерские, макаронные, хлебобулочные изделия и многое другое. По итогам отраслевых конкурсов предприятия и научные учреждения региона получили 41 медаль, из них более половины высшей пробы. А администрация Курской области за вклад в развитие российской агропромышленной выставки в очередной раз удостоена высшей награды – гран-при.